Всем привет, на связи Федор Васильев, и сегодня обновление Gridbox, версия 2.3.0. И с этим обновлением пришли очень серьезные удобства. И давайте рассмотрим их. Первое, вложенные строки. Наводим мышь на нашу строку, созданную в сайте, да? И мы видим, появляется вот здесь вот новая иконочка. Кликнув по ней, всплывает нам уже известное окно, где мы можем выбрать, например, еще 3. И тут же, вы видите, это ниже проставляется еще 3 строки для возможности внедрения туда своего контента. То есть это достаточно удобно. Следующее. Изменение количества столбцов. Наводим мышь на столбец. И здесь тоже мы можем наблюдать новую иконочку. Кликаем по ней. Также можем выбрать, например, 2 колонки. То есть удобно, видите, сразу контент смещается и появляется место для второй колонки. Также появилась новая возможность прятать любой элемент, любой блок, секцию от, например, незарегистрированных пользователей на сайте. Например, заходим в нашу секцию, кликаем по карандашку. Во всплывающем окне на вкладке «Основные» в самом низу появляется теперь вот здесь, смотрите, отображение. Настройка прав доступа и выбор уровня доступа пользователей. То есть у нас есть и было настройка прав доступа для редактирования элементов на сайте, а теперь появилась еще настройка прав доступа просмотра страниц. То есть непосредственно вот этот блок вот с этими зелеными иконками, с этим текстом, отдельно я могу показывать только, например, зарегистрированным пользователям. Не так давно я столкнулся с ситуацией, что в библиотеку не очень удобно брать элементы, если я использую плагин Lightbox. Вот всплывающее окно. Во всплывающем окне вот здесь вот ниже появилась такая иконочка «Библиотека». То есть теперь удобно будет во всплывающее окно брать элементы из библиотеки. Вот такие вот обновления на сегодняшний день. Сегодня праздник, 23 февраля. Всю мужскую половину я поздравляю с этим праздником. Если вы впервые видите инструмент Gridbox, конструктор страниц на Joomla, и хотите более детально его изучить, то я предлагаю вам перейти на страницу презентации моего пошагового видеокурса для начинающих. Данную страницу вы сейчас видите у себя на экранах, где все подробно я описываю, как что нужно сделать. После изучения данного курса вы без труда сможете создать профессиональный, адаптивный, красивый сайт, лендинг-пейдж в интернете. На этом видео я заканчиваю и увидимся в новых видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse, или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.